живем гражданским браком 6 лет. Могу ли я претендовать на жилплощадь, которую он приобрел 3 года назад? По семейному кодексу имущество, приобретенное в период брака, считается общей совместной собственностью супругов. Закон не считает браком сожительство между мужчиной и женщиной, принятые называть гражданским браком. Поэтому к этим отношениям режим общей совместной собственности не применяется. Отвечая на вопрос, возможно ли разделить имущество, нажитое в гражданском браке, еще несколько лет назад можно было однозначно ответить «нет, нельзя». Но на сегодняшний день существуют судебные прецеденты, при которых такой раздел был осуществлен. Но надо помнить, что это возможно только в судебном порядке, и это очень редкие случаи. Если вы захотите это сделать, вам в суде придется доказать, что ваши личные отношения отвечали всем признакам семьи, за исключением регистрации в органах ЗАГС. Вам нужно будет предоставить доказательство того, что вы вели совместное хозяйство, имущество вы приобретали за общие деньги и приобретали его для совместного проживания и пользования. При предоставлении достаточно серьезных доказательств у вас есть шанс разделить имущество, нажитое в гражданском браке.